Группа медицинских работников вернулась к себе на родину в Уфу. Напомним, что бригада из 17 человек – врачей-инфекционистов, терапевтов, анестезиологов, медицинских братьев и сестер – работали в ковид-госпиталях Черкесска почти месяц, круглосуточно оказывая помощь нашим врачам. Накануне с медиками встретился глава республики Рашид Тимрезов. Он поблагодарил врачей из Башкирии и присвоил им высокие звания. Мадина Каракетова подробнее. Они оставили свои семьи, пациентов и бросились на помощь жителям Карачаева-Черкесии. 15 медицинских работников, среди которых врачи-инфекционисты, реаниматологи, терапевты, медицинские братья и сестры сутками трудились в республиканских ковид-госпиталях. Сегодня, когда ситуация изменилась к лучшему, как говорят медики, пик пройден, они возвращаются домой. Слова благодарности на личной встрече с медиками из Башкирии от имени всех жителей Карачаева-Черкесии выразил глава республики Рашид Тимрезов. Хочу поблагодарить нашего министра федерального, министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко. Мы когда с ним разговаривали, он говорит, вот придет поддержка со стороны федерального института из Уфы. А после моего разговора с моим коллегой, с моим дорогим старшим братом Ради Фаритовичем, он сказал, еще и поедут наши региональные врачи. Вы единая команда, классная команда. Вот на самом деле вот приехали таким мощным коллективом. Я могу это 100 раз повторять о том, какую поддержку и помощь вы оказали нам. Рашид Тимрезов назвал этот поступок героическим, подчеркнул, что отныне каждый из них будет считаться членом большой многонациональной семьи Карачаева-Черкесии и пригласил медицинских работников и членов их семей по возможности посетить достопримечательности республики, которые они так и не смогли посмотреть. Озвучили указ главы республики о присвоении звания заслуженного врача Карачаева-Черкесии ряду медицинских работников, откликнувшихся на просьбу о помощи. Это Евгений Кустов, руководитель группы врачей из Башкирии, Константин Золотухин, главный анестезиолог, реаниматолог Минздрава республики, Руслан Умеров, врач-терапевт, Салават Мутбаев, врач-невролог. Остальным членам группы была выражена благодарность главы Карачаева-Черкесии. Медики из Башкирии, в свою очередь, выразили благодарность и руководству республики, и своим коллегам из Карачаева-Черкесии за теплый прием, знакомство и взаимный обмен опытом, который оказался очень ценным, в том числе и для них. На данный момент обстановка в республике стабильная. Количество больных, которые поступают, и те, которые выписаны, оно идет в увеличение в сторону выписанных пациентов. Госпиталя у вас на данный момент практически заполнены наполовину. Пролеченные пациенты, выписанные пациенты. Сейчас все, в принципе, стабильно, хорошо. Я уезжаю с грустью. Я уезжаю с сожалением, что так мало пришлось пообщаться со своими коллегами, с профессионалами. Я как пульмонолог встретила здесь своих друзей, одномышленников, единомышленников. И я осталась просто в восторге от уровня ваших врачей, от их самоотверженности, от человеческих качеств и от профессионализма, и от широты души. Эти 3 недели, которые мы здесь провели, они для меня очень бесценны, потому что я считаю, что самое лучшее, что мы отсюда увезем, это бесценный опыт. Самое лучшее вот, вообще в нашей работе – это общение междисциплинарное между врачами. И я считаю, что это было наиболее продуктивное общение между вашими очень квалифицированными докторами. И мы передали им свой опыт. И я, честно вам скажу, научился здесь тоже очень много. Мы приехали как раз в самый пик заболевания. Очень много народу было у вас в госпиталях. На сегодняшний день уже количество госпиталей, в госпиталях народу меньше болеет. Почти, наверное, в 2 раза. То есть обстановка сейчас очень благоприятная. Подготовка очень высокая. Очень приятно было со всеми работать. Даже некоторым вещам, с которыми мы не сталкивались, потому что у нас был госпиталь рассчитан чисто по пневмониям, а здесь мы участвовали и по введению беременных, которых у меня лично не было опыта такого, по операционным пациентам, которые у меня не было опыта. Мы здесь этим опытом обменивались. Очень была интересная работа. И все вот мои коллеги, которые приехали, они остались очень довольны, во-первых, приемом, красотой города, чистотой города и, видите, солнечной погодой.
Врачи из Башкирии также отметили высокий профессионализм местных врачей. Именно они, по словам приглашенных докторов, выполняли львиную долю работы. Врачи обещали вернуться, но только не как профессионалы, а в гости к своим добрым друзьям, полюбоваться на красоты Карачаево-Черкесии, насладиться солнцем и целебным горным воздухом. Мадина Каракетова, Руслан Харченко, Андрей Карамов. Вести Карачаево-Черкесии.